Первомайский районный суд Бишкека отменил постановление Центризбиркома о проведении 20 декабря повторных выборов в Жугурку-Кенеш. Как сообщил зампредседателя ЦИК Абдычапар Бикматов, это решение суд принял 24 октября. Напомним, решение о проведении повторных парламентских выборов ЦИК принял 21 октября, но уже на следующий день, 22-го, Жугурку-Кенеш принял новый законопроект, который приостанавливает действие статей 38 и 63 закона о выборах президента и депутатов Жугурку-Кенеша. Эти статьи предусматривают сроки проведения повторных выборов в парламент.